Ростовская область, 7 августа 2024 года. Сильный дождь с градом обрушился сегодня на южную столицу. Больше всего стихия прошлась по западной части города. Так на улице Извилистой в Советском районе затопило припаркованные машины. А жители Зорги выкладывали в социальные сети фото и видео с сугробами из ледяных шаров. Также затопленные улицы оказались на Сельмаше, в Александровке и на Северном. Из-за обильных осадков администрация Ростова ввела временные ограничения движения транспорта по улице Малиновского в границах пересечения села проспекта Стачки и улицы 339-й стрелковой дивизии. А режим повышенной готовности в городе продлен до 12 часов 8 июля.